Приветик, не спящие и все остальные любители красных петухов. Шутка, наверное. Хотя, не факт. Это все-таки... Вот новый поворот. Да, это он. Ну так, чуть-чуть. Правда, здесь мотор не ревет. Ну да ладно. Так, что я? Кто я? Зачем я? И что происходило в прошлый раз? На эти вопросы, ответы вы можете найти в прошлой серии. Наверное. Хотя и не факт. Да, привыкайте. Окно обслуживания кухни. А русского я тут так смотрю, нет, да? Давненько не заходил. Ну, бывает. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Что хочешь ты от меня, портер? Местный кондуктор. Проводник. Надеюсь, вы наслаждаетесь вечером. Или, ну, чем тут наслаждаются люди? Мастер Морист. Раздатчик воды элегантный. Наполнен свежей холодненькой водичкой. У меня наконец-то есть моя кукла, мамочка. А? Я не видел, чтобы ее уборщик приносил. А он этого и не делал. Один из моих призраков друзей нашел ее для меня. Ты и твое воображение. А ты в курсе, что мамочке не нравится, когда ты разговариваешь с воображаемыми друзьями? Но они невоображаемые. Надеюсь, что ты вырастешь. И очень скоро. Ты беспокоишь мамочку. Почему она говорит о себе в третьем лице? Ну, это вообще был скорее риторический вопрос. Ну да ладно. Как только я продам этих малышек, я смогу купить этот поезд. И вообще все сраные рельсы. Прямо под носом у собственного отца. Просто подожди и увидишь. Ну ладно. Почему ты сидишь здесь один, где твои родители? Мамочка, да. Ладно. Мамочка только что ушла в наш вагон, в наше купе. Ну ничего. Я вырасту, и они оставят меня в покое, наконец-то, все. Ага. Ну, допустим. Твой владелец, вернее, ой, отец владеет этим поездом, не так ли? Может быть, он сможет принести мне немножечко напитка какого-нибудь? Лучше принесите сразу в мое купе. Чтобы мне не пришлось смотреть на эту маленькую мерзкую тварь. Это она про девочку, если что. С ней явно что-то не так. Я бы так не сказал. А, как приятно, наконец-то. Наконец-то не гундить вот этот. И не говорить в нос этого. Ненавижу насморк. Это такая мерзость. Это такая мерзость. Ну, как бы, ну... Что? Там застряла какая-то записка посреди картин. Scavenger Hunt Clue. One. Какая-то подсказка собирателей охотничьего. Чего? Посмотри, что тебя здесь окружает. Там вообще-то вроде как запятая была, хотя и не факт. И ты сможешь найти мой токен, дорогуша. Что? Вот я сейчас пытаюсь перевести, что-то какой-то бред. Как может быть подсказка... Оба, следующее ты найдешь
Но все еще может быть... Не обслуживается. Чего? Как? Что? Чего? Какой-то пьяный индус, видимо, это все переводил на английский. Видимо, имелось в виду... Ой, загадка, да. Имелось в виду загадка, как подсказка, которую ты ищешь, может быть найдена здесь, но на самом деле ее здесь нет, или что-то вроде того. Ну, в общем, какой-то бред. Хотя и не факт, загадка. Интересно, куда она приведет. Странно, что они не перевели лид как свинец. Ну да ладно. Ну, вернее, не написали. Хотя и не факт. Большая мусорка, конечно же, закрыта. Мусорка всегда должна оставаться закрытой. Просто потому, что кто-то захочет выкинуть мусор, а нельзя. Нельзя. Только люди с ключом могут выкидывать мусор. Это привилегия такая. Так. Раковина с дорогой фурнитурой. Прекрасно. Этот туалет выглядит слишком роскошно, чтобы в него срать. Ну ничего, некоторые люди в золотой унитаз срут, и ничего. Вода выглядит такой чистой, что я почти готов ее выпить. Но если прикинуть, то лучше не надо. А чё такого-то? Это же не повторно использованная вода, это даже... Та же самая вода. Это же обычная вода, вроде как. Хотя и не факт. Привыкайте, сегодня вы будете слышать это очень-очень часто. Наверное. Я могу пойти побеспокоить... А, нельзя беспокоить других людей. Ладно. Вот зануда. Нет бы расхреначить дверь такой, здрасте, а у вас стули не найдется. Ваза со свежими цветочками. Какие-то белые, какие-то оранжевые. Прекрасно. Кто-то обоссал цветок. Я подозреваю, что это подсказка к нашей загадке. Так, а сказали осмотрись здесь. Я пойду осматриваться здесь. Что может нам помочь? Ну точно не диспенсер, не этот ублюдок. Не мусорка. Туда идти... Смысла, я так смотрю, наверное, нет. Хотя... А это наша, да? Наша комната. Это наша рум. Вернее, комната. Свежие розы. Надеюсь, Кьё! Понравятся они. Вернее, они понравятся. 5 свежие. 5 свежих роз. Надо было дарить 4. С намеком. Нельзя ходить в чужие комнаты. Можно! Не сейчас, сынок, твоя мать отдыхает. Ну, сорян, папаша. Видишь ли, я тут книжку перепутал. И, наверное, оставил ее там. Опять потерял-то. Вот мудак. Я... Ты бы голову свою, наверное, потерял, если бы она к твоей шее не крепилась. Как примитивно. Возможно, это так, папаша. Может, это знак, сынулька. Чтоб ты наконец бросил свои писульки. И присоединился ко мне с моим семейным бизнесом. Но это моя мечта, папаша. Мечты не всегда сбываются. Возможно, это просто сон. Это вопрос времени. Да пошел ты, папаша. Да что ж он все такое, а, я не пойду в чужую комнату. Хотя... И не факт. А? О, уж извини. А, ничего страшного. Мне действительно следовало быть внимательней. Кто делал этот перевод? Must pay more attention.
должна прикладывать больше внимания. Дальше. Мне, наверное, тоже. Позволь мне представиться, я Эйджи Моррис. А, так ты тот самый сынулька Эдмунда Морриса, да, который этим поездом владеет? Ну, есть такое. А можно тебя спросить, вернее, как тебя зовут? Минако Мацумото. Кажется, мы только что нашли бабёнку, которая сейчас что-нибудь сделает. Хорошо, что свист не записывает мой микрофон, если не свистеть прямо в него. Достаточно громко. Можешь распознать меня по моей одежде? Или что? А, мое имя пишется как Тачибана. Ох, знакомое имечко. Ясненькое. Тачибана, Титана Индустрии, чё? О. Почти как мой папаша. Надеюсь, тебе нравится поездка? Конечно. Очень богатый богатый поезд. А теперь сорян. Надо возвращаться обратно. Потому что я оставила свое сраное ожерелье. А, ну вали. Наслаждайся поездочкой, спасибо. Была рада встрече. Взаимно. Чего? Только не стреляй! Что это было? Чё? Какого хера происходит? Ладно, хрен с ней. Я полагаю, все кабинки выглядят одинаково. Так что не надо туда идти, даже если я могу. Вот ты какой стрела! Просто потому, что мой отец владеет поездом, это не значит, что я могу ходить где угодно. Неправда. Чего? Что происходит? Где я? Извините, сир. Сир. Я не собирался. Как я сюда попал? Где все? Все в порядке? Вам нужна помощь? Свали. Оставь меня в покое. И убился только что об стол башкой. Ну, как скажешь. Это было странно. Вот уж действительно было странновато. А дальше нельзя. Потому что там башка поезда. Шучу. Сказал, что туда просто нельзя. Надо идти обратно. Хотя и не факт. А может, инфаркт? А может и нет? Так, а, подожди, там... Нам же это местная Минага. Что-то хотела сказать. Определенно не стоит вламываться в кабинку к одинокой женщине. Определенно стоит. Эх, не видел еще этот белобрысый одиноких женщин в одиноких кабинках. Ему бы прокатиться в плацкарте. Вот это другой разговор. Ух, он бы повидал, конечно, да, говна бы хлебнул по самое не балуй. На всю жизнь бы хватило, наверное. Так, ладно. Значит, нельзя. Цветочки я осмотрел. Ваза с цветами. Оранжевые, белые. А, тут наоборот, да? А здесь что? Что это было? Отец не скупится даже на туалеты. Это что, золотая ручка? Ой, я ее сломал. Лучше заберу ее с собой. И отдам контролеру. Ну, или проводнику. Может, он починит. Случается говно.
Он что, только что плюнул? О, как интересно. Что за хрень? Это кто? Та девчонка, она выглядит знакомо. И она очень похожа на меня. Что же это могло значить? Ой. А пофиг. Ничего не было. Показалось. Наверное, мать волнуется. Это все изображение. Вернее, воображение разыгралось. Пойду-ка я лучше по своим старым делам ручку отдам, починим толчок. Вот это другой разговор. Конечно. Я ж каждый день вижу каких-то баб в зеркале. Обычное дело. Ничего не было. Показалось. Пойду. А-ля-ля-ля-ля. Портер, ты где? Я тут толчок сломал. Ручку, пожалуйста, придел. Приклей там что-то. Никаких баб нет. Никаких баб в зеркале не существует. Слышь, Портер, я тут это, кое-чего это, сломал. Один из слипов упал. Если что. Хотя, в общем-то, в целом пофиг. Это просто записочки, на которых пишут. Такие маленькие закатики выписывают. Один из слипов свалился. Ой, ну конечно, следующая подсказка. Кто бы мог подумать, как же так? Что дальше? Твой приз остается... А, чё? Твой приз в двух подсказках. Отсюда. До твоего приза еще две подсказки. Наверное, лучше так перевести. Хотя и не факт. Если ты сможешь решить следующую загадку без задержек... Каких еще задержек? Они скажут птицы, перья, ух, вместе. В течение дня должно быть цветы. Великолепно. Где же этот день? Наверное, в окне, мать твою. Я надеюсь, вы наслаждаетесь поездкой, мастер Моррис. Я сломал это самое. Произошел казус. Тут ручка отвалилась в туалете. Надо починить. А, ну да-да, сейчас починим. Спасибо, что принесли. Вот персонал, а? Пушечный просто. Пойду я цветы разбирать. Там стоп пудов где-то паляется какая-нибудь подсказка. Более чем уверен. Но, по сути, это восход, там закат. Ваза с цветами, понюхай цветы. Как прекрасно воняют цветы. Но один оранжевый цветок выпал. Оранжевый цветок. О, еще цветы. Ваза с цветами, понюхать цветы. Какие прекрасные цветы, один цветок вывалился. Намек ясен. Я почалел. Я все айспра. Ой, надо же, вот это да. Записка вылезла на маленьких ножках из-под двери. Ее вынесли маленькие паучки. Ну-ка, дай сюда. Так. Вернее, записка проскользнула из-под двери. Твоему сердцу я скоро сделаю тент. Этот квест близок к концу. Не надо делать мне тент. Ага. Твой приз ждет тебя в конце сна. Великолепно. Что дальше? Ждет нас в конце сна. Почти закончил. Что может означать конец сна? Подъем, рассвет, петарда,
спрашивайте меня почему. Просто потому что. Не стоит входить в эту комнату, потому что там приватно. Разрешение войти в эту комнату. Пойду я дальше тогда. Там же можно налево там? Да что ж ты замудила такая? Книжку надо вернуть. Да чтоб тебя кошки драли. Конец сна. Конец сна. Надо кого-то разбудить. Кого-то надо разбудить. Я буду тыкаться в каждую сраную дверь. И может быть тогда что-нибудь произойдет. Хотя вряд ли. Ну-ка вернись обратно. Чисто ради проверки. Потыкаю в мусорку. Ну а вдруг? Ну а вдруг? Тут же вываливается он слип и просто так. Мне же не надо ничего применять, мне надо что-то просто ткнуть. Куда-то надо просто ткнуть, и на этом все. Хотя и не факт. Водичка, да, водичка надо сделать. Саев. А зачем здесь вообще... Нахрена здесь вообще существуют сейфы? Вернее, сейвы. Если умереть здесь технически нельзя. Если загружаться здесь никакого смысла нет. Если разных концовок здесь нет. Нахрена они существуют тогда? Достаточно было бы включить автосейвы в конце игры. Там, ну, когда ты заканчиваешь играть и выходишь, игра сохраняется. Все, этого достаточно. Нахрена здесь вручную сейвиться? Бредятина. Нифига себе у них купе, конечно. Знатные такие. Правда, всего на два человека, но тем не менее. Охренеть. Я сказал тебе, что твоя мать отдыхает. Отвали от нее. Вот упырь. Можно с тобой потрындить? Папаша. А ну-ка, это самое, ты. Ну-ка, так. Утихомирь, умерь свой тон. Твоя мамаша спит. Ну, сорян, папаша. Тогда я пошел. Пойду искать подсказки или что тут вообще есть. Да тут, в принципе, три экрана. Что тут вообще искать можно? Говорит, не надо к ней соваться. Ладно. Конец сна. Кого надо разбудить? А, понятно. Вы там в порядке? Не отвечает. Ну хорошо. Хайку! Хокку 2. Ну конечно. Конец спального вагона. Твой свет согревает меня. Кусок серой земли. Всегда светись. Что, ода лампочки? Ой, как романтично. И вот бы моя музыка могла быть настолько же мощной, сильной. Наверное, это работа сраного уборщика. Возможно, он разрешил бы мне перенести эти слова, а вернее, положить эти слова на музыку. Надо его найти. А, точно, музон. Я чуть не забыл про свою книжку. Вернее, про свои ноты. Composition book. Ну, по сути, это книжка с нотами. Чё тебе надо, папаша? Ну, вот ты где. Только ты мог потеряться в сраном поезде. Твоя мамаша нуждается в медицине. Или ты забыл, что... А, вернее, или ты забыл о ней среди своих книжек с нотами. Конечно, папаша, уже иду. Невероятно, я забыл о матери. Ладно, надо просто собрать это и отнести в ее комнату. Мамашины таблетки.
Ух. Надеюсь... Что? Я надеюсь, это поездка... создаст, произведет... А, вылечит мамашу, как было обещано. Кем? Мне нужна назад моя мать. Зачем? Ладно. Эйджи веселый. Веселись, Эйджи. Нужно принести мамаше ее водичку. Она есть в конце вагона. Пойдем за водичкой. Невероятно увлекательный квест. Просто... Да! Водичка пустая. Там дерьмо, воды нет. А, придется идти в вагон-ресторан. Но сначала я постучусь. Ктук, ёп, моё. Сначала надо принести воды. Папаша, не мешай мне, когда я разговариваю, малыш. Тебе нужно вести себя получше, а теперь вали со своими сраными таблетками к своей сраной мамаше. А, Минако, все в порядке? Ну, да. Я шла в обеденный... Вернее, в вагон-ресторан и видела тебя и... Все. Извините, но мне надо идти мамаше таблетки отдать. Поговорим в другой раз. А, да, конечно. Мамаша! Я сейчас таблетки принесу. Далеко не убегай. Так, водичка. А, прекрасно. Наконец-то теперь можно доставить мамаше ее сраные таблетки. Мамаша, таблетки прибыли. Пора пить. Мамаша, это Эйжи. Здрасте. А, это ты, маленький ублюдок. Извини, я опоздал, мамаша, я... Меня отвлекли чуть-чуть. Ну, конечно. О, я не переживаю, все окей. Я рад. Вот тебе твои таблетки. Привет. Ки, то есть мисс Кио. Мастер Эйжи. Я составила мне компанию, пока ты слонялся по поезду с моими таблетками. А, спасибо. А, чего? Ее страдания растут вместе с... Сунахазу... Ской... Сердце распевалкой? Ее мать должна быть свита. Что за бред? А, пофиг. Почти как все матери. Хотя и не факт. Ладно. Я так рада, что у нас теперь есть Кио. Я тоже рада. Ты показываешь это своими своей работой. Ага. И мы тебе благодарны. Спасибо. А теперь вали отсюда. Мне нужно принять мои таблетосы и поговорить с сыночком. Ну да, да, да. Мастер Рейджи. Чё? Вали отсюда. Чё? Помни, сынулька. Что? Павен? Сверху помощи каждый так часто. Как? Реально писал какой-то пьяный индус вообще. Ладно, давайте переводить. Мне уже стало интересно, что это за бред. Что этот бред вообще значит. Вот учишь язык, учишь... С языконосцами разговариваешь. Оригинальными. А
потом какой-нибудь пьяный индус приходит и говорит, что ты делал все это неправильно. И пишет какую-то ахинею. А ты такой... Как переводить-то этот бред? Ну, может, ты сегодня проснешься уже или чего? Давай быстрей. Это надолго. Ладно, давайте пока руками переводить. Хвали их чаще. Это заставляет их чувствовать вину, когда они пытаются у тебя что-то украсть. Мамаша, ну ее никогда бы не стало. А вот хрен там-то, нет, не факт, нифига. Так что приглядывай за ними тут и там. Вернее, будь осторожен. А теперь давай мне мои сраные таблетки. Ну, на. И пока я их пью, почему бы тебе не поговорить, вернее, не рассказать мне о девочке, которая недавно... Чё? Тебя привлекла, тебе понравилось, с которой ты говорил, или что-то ли того, хотя и... А, тебе показалось, мамаша. Чушь собачья. Когда ты торчишь в постели весь день, ты замечаешь всякие разные маленькие детальки. Ты как-то больше обычного в облаках летаешь. Даже отвлеченнее, чем когда ты занимаешься музыкой. Определенно кто-то тебя вдохновляет. Ну, есть такое, да. Дай-ка угадаю. Это больная женщина вроде меня? Ой, да ладно, не будь такой мелодраматичной, мамаша. Сраные пьяные индусы. Ты скоро поправишься, я уверен. Ой, лояльный сынулька. Дай-ка угадаю. Ты начал себя так вести еще до поездки? Мамаша? Ну, заткнулся. Я угадываю. Ты же в курсе, что твоя мамаша орлиный глаз? Может, это... Бусуджима, которую ты встретил Гале весной. А! Может быть, Гала. Скорее всего, имелся в виду концерт, а сцена там или какой-нибудь театр. Она была ничего. Из более-менее богатой семьи. Хотя и не факт. Мамаша хорош. Нет? А что насчет... Спокойно. И какой крови в этот раз? Ну, может, чуть-чуть. Хотя и не факт. Не дергайся, я приведу доктора. Ну-ка, доктор Кларк, папаша... Мамаша херова. Позовите кого-нибудь там, что ли. Не переживай, сынулька. Я за ней присмотрю. Возможно, если бы ты так долго не нес свои сраные таблетки. Тихо, Эдмунд. Чё ты орёшь на мелкого? Это твоя жена, нам нужно о ней позаботиться. Сейчас они о ней позаботятся. И начинается хентай, да? Нет? Ну ладно. Эйджи, подожди. Что тебе надо? Чего тебе надо? Мамаша... Мамаша поплохела. У мамаши... Мамаша взяла плохой поворот. Не вписалась. Это, конечно, все грустненько, но я принесла тебе твою книжку. Ой, ты ее нашла. Ее мне принес местный контролер, этот проводник.
Она упала между столов. Дырку. Вернее, дырку между столов. Ну, конечно. Эйджи, твоя мамаша сказала мне, что она... считает, что ты в кого-то влюбился. И не похоже, что она подозревает меня. Нет, не подозревает. Но она начинает догадываться. Удары в темноте? Ты ей рассказал? Конечно, нет. И не стану. Особенно в ее состоянии. Но тебе нужно это сделать, чертов, и баба опять начинается. Это сложно для тебя, Эйджи, но твоя мамаша... Вернее, у твоей мамаши может остаться... Вернее, могло остаться не так уж много времени. Может, ты ей скажешь, что твой... Вернее, что ее сын хотя бы там счастлив и влюблен, и т.д. и т.п. Это может облегчить ее боль. Эх, вряд ли. Не говори так, она в порядке, она поправится. У нее еще куча времени. А что, если нет? Что происходит? Бомбы? Но этот же... Вернее, но этот путь далек от точек конфликта. Папаша уверял меня, что будет безопасно. Лучшая озвучка на свете. И на Маше. Хотя и не факт. Саки! Я трахну тебя в голову, Саки! Саки, просыпайся, я пилю твою башку! Невидимой пилой, чего? Канай? Опа! Это я. Как я сюда попала? Само интересно. Похоже, ты во сне ходила. Серьезно, я, ну... Я помню, как ходила сквозь... Вернее, по поезду. Но это была не я. Наверное, был какой-то странный сон. Мне казалось, что ты никогда не проснешься. Я начала тебя трясти... Вернее, я пилила твою башку около 5 минут. Как ты меня нашла? Где ты была? Сложно сказать тебе правду. Чего? Ну, в общем, мы как-то выбрались. Я, Казуки и Сен. И мы разделились. Не уверена, что произошло. Сен, он с тобой? Где он? В том-то и дело, что мы разделились. Сепарировались друг от друга. Но что-то не так с этим сраным поездом. Он похож на сраный лабиринт. Одно мгновение мы были вместе, а потом херак, и все исчезли. Я направлялся обратно к лагерю. Там, где ты была... А, и там была ты, ходила во сне и всякое такое. Было страшно. Мы никогда не найдем Юту. Юта? Нет. Опа. Я... А. Снова эти бидоны. Она, Юта, он. Кто там с ним? Я его нашла, он умер. Что? Не может быть. Может, тебе приснилось? Не, правда. Мы с ним были слишком грубы, слишком сильно на него давили. Надо рассказать остальным, как только встретимся, это моя вина. Чушь собачья. Юта в порядке, он... Это тут. Да нет, его тут пошли покажу. Да, типичный вообще диалог. У тебя друг умирает такая. Да нет, я тебе приснился. Да в смысле приснилось? Я тебе говорю, пошли, я тебе труп покажу. А потом приходит, тыкает у него палкой. Я ж тебе говорил, он сдох. Такая, да, ну ладно, ну, подумаешь.
Я уверена, что помню запах из этой кухни. Это невозможно, а? Забей, просто дежавю. Уверена, что ты полностью проснулась. Да эта маленькая тварь тоже сдохла. Вижу свое отражение в тарелках. Вернее, буквально можно видеть свое отражение в тарелках. Когда они были новыми. Вернее, можно было. Хотя и не факт. Ой, завтра опять на работу. Хотя я уже почти привык к сраному графику. С другой стороны, у меня будет мини-выпускной. Не уверен, что оно того стоило, конечно, но... А, сойдет, наверное. Пустая. Здесь я нашла куклу. Она помогла мне найти Юту. Что за маленькая девочка? Вернее, куклу той маленькой девочки. Это пока не важно особо. Почему будем по дороге об этом говорить просто? Какой бред. А. О, толкан. Пошли в толкан. Отличные бабы такие, толкан вдвоем. А. Вижу миллионы себя в этом разбитом зеркале. Прекрасно. Пустой толкан. Сломан. Этот поезд был прекрасен, да-да. Срать в туалете посреди... Вернее... Срать посреди леса в роскошном толкане в поезде. Да, великолепно. Приготовься, ибо грядет! Я правда надеюсь, что тебе показалось. Ой-ой. Надо же. А куда он делся? Ой, Саки, ты меня напугала. Он здесь был, тут висел. Если бы это был кто-то другой, я бы разозлилась, но... Но ты вроде как не шутила. Да серьезно тебе говорю. Я же в курсе, что я видела. Я тебе верю. Но может, я все-таки показалось? Может, Юта просто пытался... нам отомстить? Не скажу, что виню его. Вернее, прикидываться пытался, да? Но это было так реалистично. Я уверена, что так и было. Чего? Scares. Ну, вообще, это шрамы. Ладно. Юта как аутентичные шрамы, хотя и не факт. И посмотри, он оставил розу. Наверное, еще один знак того, что это была шутка или что-то вроде того. Пошли уже обратно, надо отдохнуть там. Особенно тебе. Ух, она у меня получит ночью рюкзаком по одному месту. Откуда взялась эта сраная роза? Она прямо там, где висел Юта. А, что здесь происходит? А здесь происходит готовность к возврату к лагерю. Да, ты права, нужно отдохнуть. А вот так, моя девчонка, да? Я уверена, если мы останемся в этом сраном поезде, то скоро начнем видеть всяких... я уверена, что если останусь в этом поезде еще хоть немного, то начну видеть вещи прям почти как ты. Хотя и не факт. Но на самом деле пора закругляться. Мне нужна сейвилка. Вот она. Шикарно. Что ж, продолжим с вами в следующий раз. Ну а пока что такие дела.